выполняются работы по дроблению железобетона разрушенных зданий. Для выполнения работы применяются фронтальные погрузчики на отгрузку передробленной продукции. Применяются дробильные установки, американские с собственным весом 45-50 тонн Terex XR400. Производится погрузка экскаватором в дробильную установку и начинается дробление разрушенного материала. Может применяться в работе гидромолот для уничтожения крупных блоков. Вот пошла продукция, вы видите, пошла продукция уже передробленная. Операторы, механики отслеживают работы дробильной установки. Вот какой конвейер пошел красивый. Можно дробить асфальт. Мы дробим. У нас есть для этого специальные щеки для дробления асфальта, бетона, железобетона. Выделяется арматура. После дробления материал может быть просеян просеивающей установкой. Все по желанию заказчика. Данная операция называется достаточно интересно. И скажите, пожалуйста, что она вам напоминает? Да, это называется... Заказывайте работы.